Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района является муниципальной площадкой по проведению профпроб в рамках проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций «Билет в будущее». Специалистами дворца были составлены три программы профессиональной экспресс-пробы по компетенциям – педагог, педагог дополнительного образования, эколог и журналист. Программа имеет базовый уровень сложности, рассчитанный на 90 минут в очном формате. Было проведено 8 профпроб на базе самого Дворца творчества и Центра экологического образования, оборудованного современной лабораторией. Центр экологического образования был создан как структурное подразделение дворца в рамках реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей. В мероприятиях приняли участие 92 школьника из 4 школ Всеволожского района. Содержание профпроб строились следующим образом. Сначала учащимся давались теоретические знания о профессии, общая характеристика профессии, направление деятельности, интересные факты о профессии. Практическая часть заключалась в выполнении определенных заданий для погружения участников в профессию. Например, на профпробе «Эколог» учащимся было предложено с помощью лабораторного оборудования и специальных индикаторов оценить качество природной воды из реки Лубья, проанализировать полученные данные и сделать выводы об экологическом состоянии водоемов. Мероприятие проводили Ивченко Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования ЦЭО, эколог по образованию, и Константинов Леонид Владимирович, педагог-биолог. На профпробе «Журналист» учащиеся пробовали себя в качестве журналистов. Им было необходимо провести интервью, выбрать тему для заметки или видеосюжета, сделать репортаж с места события и в итоге создать экспресс-газету. Профпробу «Журналист» провели Танких Ольга Альбертовна, руководитель редакционно-издательского отдела и методист Соколова Татьяна Николаевна. На профпробе «Педагог дополнительного образования» учащимся было предложено погрузиться в работу педагога, руководителя детского театра, подготовить, провести репетицию, показать разминку с группой учащихся, подготовить театральный этюд и представить его, провести на группе игру. Профпробу провела Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования, руководитель образцового театрального коллектива «Люди и куклы». Такие профессиональные пробы и встречи с опытными наставниками, безусловно, помогут учащимся совершить более осознанный и правильный выбор своей будущей профессии. Специалисты дворца получили положительные отзывы и отличные оценки проведения мероприятий от их участников, школьников и учителей.